А на его так кто? Охотник новый, ну, судя по цукалам, нормальный. Диспелит все нормально. Кстати, если столб хочет, то можно столба на холипала Олега на Эршему. Либо наоборот. Ну, можно и так, в принципе, все равно. Или Лизни ТТМ на Эршему может пойти. Не, он хант, к сожалению. А, кстати, Лизни ТТМ, да, там вроде как Эршам, я слышал. А у столба есть рога. Вот. Это у Маска есть рога, у меня нет рога, я за него не умею играть. Да, не ладно, мы уже здесь все укомплектованы. Давайте танки принимайте сумон и погнали трэш бить. Кто из ДК танк? Рок год и пол-литра. Подождите. Подождите. Мне нужна помощь. Напишите там сообщение дня, что после резки еще одна резка будет сейчас. Ваня, не зарекайся. Конечно, вы не поуфали сейчас. Да, пора уже, вроде лето заканчивается. Что лето? Да лето уже вроде заканчивается, пора уже по две РСки там убивать за раз. Саня, 30 тенглиф поменял? Да, я сейчас бью с РС-очными, короче. Ну, чтоб не менять туда-сюда. Я тоже ноги даже не меняю. Целка редко хожу. Только в РС. А второй спик у вас на роге какой-то? У меня два комбата. Один с рапчей. У меня нет на роге второго вообще. Это СЛК с рабчей, если копий для атак. Под РС второй. Кто фонит? Минус, Шанан, выключи активацию, голос. Это не у меня как бы фонит. Это у тебя. Да? Столько денег зарабатываешь, а микрофон нормальный не купил. Нет, я, может, разъем там плохо поставил. Сейчас, секунду. Так, по-моему, надо просто шумы, как их микрофона убрать. Что там, ДК, пошли, тянешь командира, я кучку заберу.
Есть там какой-то милик, чтобы дернуть? Чё мегаприста не дадите этого участника? Да я ему выслал приглашение. Он не знаю, ну это надо как-то проверить. А, Ваня, я командира заберу точно, если что. Ну, давай. Я хуй знает, что там надо проверить, не знаю. Как-то там, либо ты подай за... Не знаю, как это делается, короче. Я могу только тебе приглашение выслать. Ты видел там ВК Кирилл Тима про Дискорд поднимал. Ну, Дискорд, конечно, намного лучше, чем РК. Самое главное, что там рекламы нету этой. Соберите этого командира кто-то. Ну, мы можем на Дискорд перейти. Да, да, дайте рост. В принципе, не особо. Там единственное, что мне нравится в РК в Дискорде, что много человек могут на одно время наговорить. И не создается никакой лишний шум. Дайте рост. Как здесь кто-то включил активацию голоса. Все, и никто не может говорить, потому что он фонит. Там такого нету. Ты давайте чё? А я им сказал, все делают. Ну проще тогда TeamSpeak сделать. Да это просто TeamSpeak это вообще отстой, блять. Лучше уж Discord. А чё, нет, TeamSpeak. Да, классно тоже. Я в танке в свое время с TeamSpeak играл. Что-то мне не очень. Морел собирает рейд и пишет в рейде: заходите в Дискорд, и все. В коверка. Полчасика. Кстати, да, там же можно даже не регистрироваться просто так. А, со всяким это выключается голос женщины. Хорошо, заходим в Дискорд. Это уже завтра. Я не против, в принципе. Спасибо за гильдию, ребята, сильно. Давай. Дискорд там просто зайти даже реагировать не надо. Больше всего бесит в РК, когда ты там открываешь посмотреть, кто там что написал, потому что это оповещение вечно мелькает. И это реклама справа выскакивает. Да, вообще, просто да. По КД. Что за реклама? В диспетчере задач, убей этот визор. Я не знаю даже про какую-то рекламу говорить. Там Лига Анжелов или что-то подобное там, не знаю, как его отключить? Так скачайте про версию РК, да и все, просто не с РК качайте, а с другого торрента какого-то. Так давайте еще Вентрилу скачаем. Знаю, я там была раньше, я нормально скачал, с Про там нормально все. Я с Про софта вроде какого-то там качал РК, и, не знаю, уже сколько, 7 лет, ничего, никаких реклам, ни хера. А при этом еще и обновляется официально, да? Я хуй знает. Так же работает и работает. Да. На Сирусе уже давно все в Дискорде сидят, мы что-то отстали, так? Курс для отстойников с Новосибирска. Я так и знал, блин. Отстойники, блин, там так донатят, что пиздец, шуба заворачивается. Багаев, ты бафал что-то? Нет. Бафы всем каски, ретро кулаки. А чё у нас админ в Дискорде какой-то царь, это кто? Ну, Кирилл, наверное. Ретри тут. Поставьте шкаф, суманите из зиппера. А, не вот здесь, не он. Ну как осину-то тогда? Не достаю, слишком далеко. Паладины там бафать уже можно вроде как. Да, блин, можешь спекнуться на этого босса. Вары, крикните на ап с ретри, пока что... А, не, вам побежал. Ретри надо чё бахать? Кулаки. Не буду комментировать. Не комментируйте, пускай отдыхает. Вар, ты фурик, ты не танк. Мутант написал, что ты свет танчишь, он, наверное, испекнулся, блин.
Рику, у Васи что-то в ПМП, что ему ЕПГП не сбросили. Топчики сами снимают себе ГП. 10 очень больше. Ну, надо у Седера и Филипца спросить. Они там снимают. Лоб утопился. А БДК взорвался. Да, когда-то я тоже следил за ПРом. Очисти свой разум, сомнения отбрось. Сделай перси с ником будет лось. Когда Нео с крыши отъедет. Ну не тот хан, Нео. Рэфи, это у кого тебя разбафало? Не разбафало она. Разбафало. Тут... Да не разбафало ты. Ну на мне нету, я друид. Мне нету, я рога. Вот, сейчас появился. Только друиду дала. Так, давайте пол-литра основу, рогот первую копию, билин вторую. Сейчас ждите, пусть спекнется билин. Рогот, прожми незыблемость перед вторым разделением, где-то на 35-36% буса. Не знаю почему, но он через раз то бьет в этом под станом, то не бьет. Престабах можно дать и лапу. Кто-то шею на ДД, ролит, кроме Масяка. А тут он ниже меня. Взяли этого вара в рейд. У него там 5.8 КГС у Фурика и протовар 6К. Я его сегодня в гильдию взял. Нормально, сейчас рейд. Бля, я что-то даже не смотрел его. Ну, я просто сегодня его добрал. Не знаю даже, что это за тип. Масяк, зачем ты плюсуешь в РС-25 гир, если у тебя 5.8 КГС и ты без контакта? Да, короче, пищар. Он начал писать, типа, вот есть там прот, что-то, Фурик, ему мутант написал, заходи, ну, типа, давай протом свет танчить, он, наверное, и плюсанул. Смотри, и здесь мутант подосрал, я не понимаю, зачем вы до сих пор это терпите. Сука, мутант негодяй. Ну, придется работать ничего. Да не, Масяк, давай... Камень Далран, тебе еще рано резвус 5 гирт, что ли? Ему дай. Пускай хоть миников. Половина шмота. Ну давай, ладно. Давайте попробуем. Если с первого трая не убьем, то дай еще за ним. Пишет, что с РК хуйня какая-то. Ну, смысл с ним здесь, если он не слышит ничего. Начинай, да, половину. Да, давай попробуем. Конечно. Да, пуляй. Потом его перед Хлеоном. Пусть хоть лед получит, не знаю, с минников. Приехал. Посмотрит хоть что здесь. Все, он вообще обиделся, стоит. Бедненький. Наверное, как тут паладин, да, приходит зайти, чтобы отдохнуть, и мы с него ходим. Я вообще такой голос замученный. Не, ну с ШМом 5К, там 6.5, не знаю. Даже я так не дамажу. Ну при мне он 4К дал. На личе 5К вроде у него было. Ну, на сурке. Я протопалом дал 4, и он ретриком 6.5 дал 4К. Это вы про кого? Про фулметова? Нет, про того. Да, вот про этого ВВВ. Который еще в РК говорит, как недавно вот ходил. Обдолбленным. ВВ? Он сегодня в наличии был. А Вольфунг, а не ВВ. А, Вольфунг? Я просто на В, что-то. Все, не берите его, Герой. Протопал, забери копию. Заберите копию. Это чувак, не знаю. Короче, не знаю, танчи
прожмись. Добьете. Добиваю. Это съешь? Мы должны добьем. Спасибо. Вы неопытные. Без вас я бы долго не продержался. Резайте и полетите сами. Смотрите только за ретрена, не запустите. Посоветуйте фильм какой-то посмотреть, блядь, смотреть нечего, сука. Нуха интересует? Кто-кто? Глубокая глотка. Сука, глубокая глотка. Силы были неравные. Не-не, я такую хуйню не смотрел, бля. Тысячу слов еще раз посмотри. Да ты угораешь. Че, уже раз понравилось? У меня память хорошая, блядь. Не знаю. Но основной целью врага была кладка яиц. Трасса 60 смотрел? А ты что посоветуешь, Войт? Я? Тысячу слов, я тебе советую. Смотрел? Ой, ты видос только свои советуют. Может, сегодня гляну, чё? Блин, давно уже ничего не смотрел. Да и Демёрфи отлично собрал. Ну, мой Демёрфи это профессионал. Посмотри, Хмарочёс. Да не, я не буду даже смотреть. Мне неведомо, чего добиваться. Я такие фильмы не смотрю. Это веселый фильм. Еще бы, блядь, в человеческом многоножке сказал. Слав, посмотри, шоу Вёлз. Начинай, Ваня. Надеюсь, там бафы дали. Подождите. Хороший Хмарочёс, это небоскреб или чё? Да. Да. Ну, я смотрел такси. Хороший Хмарочёс? Хороший фильм, там он двумя руками держит мост. Это который со скалой? Да. С одной ногой забирается на кран высотой в 200 этажей. Я, говорит, перезагрузил систему, блядь. На Алибаба его там. Я, говорит, перезагрузил и заебись. Ну, типа, лекарство от всех болезней. Вообще угорел. Ну, а чё, нормально? Не стали ничего изобретать, да? Я, говорит, перезагрузил и заебись. Стало всё. Не, ну почему-то ретро сразу напомнила. Дядь, совы на ноги, пипец. Обратите их в пепел. Что у вас ДПС мало как? Да я без маны был, сейчас бы 20 катал. Ну вон Масяк, 4К ДПС, ну 5К ДПС. Ну да, не о чем говорить, конечно. Давай, Масяк, в Долоран. Соберешь шмот на ДД, камни, чарки, тогда и весь мод сбивается. Он же не выркачит, ты не будешь. А, вон еще пишет. А кто его затроллил так, блядь? Мутант, сука. Как вообще он сюда проникает? Вообще, блядь, избавьтесь от него. У него персы холодца. Кикните холодца, значит, не знаю, блядь. Людей. Не блядь. Надо, персы холодца тоже у меня есть. Олег, заходи на хулипалу. Видишь, троллят людей, блядь, КД, ну, КД, в принципе, с таким ГСом. Так, столб, я так понимаю, свет хилит, правильно? Ну, скорее всего, да. Есть ВРК ДД1 ВРС? Да. Блять, Олег, попробуй как-то дать магопресту участника. Он заебал же его переносить, пиздец. Просто 10 раз его переношу уже. Пускай подаст заявку. А? Слышишь, магоприз, подай как-то заявку, блядь, разберись, прям сейчас этим займись.
Заебался тебя переносить уже, блядь, не буду больше переносить. Мегаприз там, прими заявку, я тебе дал. Да ему тоже дал, хули толку, ему надо заявку послать, чтобы мы его приняли. Где принимать, я тоже хуй знал, где это находится. Все, принял. Все, блядь, слава яйцам. Войду, слава, блядь. Что ты можешь так пошутить, что ты окажешься вне гильдии, что ли? Сейчас ДД нету, да, никакого. Походу босику приходит, придется дамажить, да? Берите вара этого, все равно шкоды повесил. Зиппер. Че лучше? О, Нео, смотри. Так, кого-то закинуть в тьму. Того, мага как... или ШП. Но лучше мага, наверное, было. Да. Это тоже хуевая затея. Это же все-таки РДД, который голема бьет, блядь. Альфари, мне кажется. Слушай, блядь, ты во тьме. Или ты не хочешь, блядь? Мне кажется, Элим меньше даст голема, нет? Ну. Пелим он и мелкий бьет, и голема одновременно. Ну, кот хороший. А Элайра это кто? Дримзив, по-моему, он. Если не ошибаюсь. А, ну, да, все, я... во тьме. Ну, ты во тьме будешь. Ты же так там за фурик обычно у тебя. Или кто там у тебя снова? Ветрик у него поднес снова. Ну, тем более. Так, давайте пол-литра танчит третью фазу с ветру, год тьму, ну и первую фазу начинает. Белин мелкий трэш. По хилам стил и столб хилят свет. Магоприст хаты и кукувася хилят тьму. Первая пати тьма, все остальные свет. Четвертая пати, кроме демона, остаетесь добивать больших. Там он только вот есть, может. Так, Нео с хопкой поменял, посмотрите сейчас. Войд, хопка, Альфари и Суслязинка добивали типа, больше первой фазы. По инерам. Алдеран всегда заливаешь ману в столбу. Я и Войд на второй фазе, как у Васи, на третьей фазе в столбу. Так, диспел. Кралька, диспелишь третью фазу свет. Магоприз диспелишь везде, где находишься. Кто мог у себя сам диспелить, диспелят сами. Такие цели, как маги, присты. У магоприста были проблемы с диспелом в 25 гер. В особо 2 минуты я хантово объясню, что делать в другом канале. Ну, если будут проблемы у них, будут получать ГП, будем их менять. Да. Все просто. Прорвался. Тем более ДЦ обязан диспелить, ЦЛК диспелит для чего обычный РС. Ну, там я действительно согласен, что у меня такая же херня в хилботе с чумой, вот проблема, она один рейд отображается, нормально второй хер. Чек на готовность. А, Ретри, Абагельф, я надеюсь, вы распределили фридом и ауру правосудия. Да-да-да. Окей. Анкокер. Пол-литра, крауд. А, крауд с этим сейчас подойдут. Господа, фласка есть у кого?
Так, лут. Рыггоду желательно на танк тоже дать фласку. Дал ассист, Олег. А да, после того, как напулили мелких, мы бьем большого. На третьей фазе. На первый босс. Давайте подтверждать и будем начинать. Все готовы, Рогот, начинаем. Альфари метка. Его диспелить надо. Перебежали. Зиппер метка. Хатай, подними козыря. Элара метка. Перебежали. Уже в рейд. Сколько еще таких героев? Он летает метко. Сам встанешь, столб? Нет, нет. Давай, Элдоран, поднимай столба. Войд, поднимай Лайру. Там заходи. Рейд заходим. Падаем. Блять, еще все ПКР потратили. Лол, как вы там упали? Танк умер. Указывайте. Я закончил за. Указывайте детали смерти танка. У меня нету их. Может, он не прожил незыблемость? Ну, мне тоже так кажется. Прожал. Да нет, там сейчас он уже... Да, прожимаю. Там уже закончилось. Это секунд 10 прошло после того, как мы зашли. Понятно. Ну, хилы тогда линкуйте, отхил. А у меня нет стали смерти. Пусть отхил линкует. Цепное исцеление. Это поганый, что ли, тут 96 до смерти. Это ну да, нас, это неправильно. Давайте меня никогда не записывают конкретно детали смерти. За костер улетаем. А там разве костер был? Ну. Ну а как он еще мог умереть? Там моб его бил. Ну, моб его бил. Ну, как это и конкретно его проблема. А зачем? Зачем тратить трэш? Они не понимают сути игры, походу. Лок — это не танк. Так, для справки. Кто сказал? Дайте рыбу, рыбу, рыбу. Да. Справа. Хила вообще не было по танку. Пусть танк скажет, как его хили. Клево, да, наверное? Я говорю, мне пролетело минус 34 тысячи. Меня сложило.
Там... Дайте кто-то танка фласку воду и на броню. Хил или не хил, я это не смотрел. На хп кричат вары? Я не заметил. Нет, тоже не смотрел. Вары кричите на хп не забыл. А, у нас зипер один. Кого? Это на бомбитаме, чё бомбит-то? Ты ж сагрил трэш. Надо босса бить, а не трэш. Не знаю, за демона жду, когда весь трэш прибежит, жду несколько секунд, только потом прожимаю с той стороны. Я просто с пула метаморфозу не сразу прожимаю, а через секунды 4 где-то. И у меня как раз получается, что я могу, так сказать, безопасно прожать костер. Но я думаю, ты сам понимаешь, что я только что сказал. Это все понимают. Басап, прокомментируй, хатая его левую руку. Что у него? Катушка, блядь. Ну и что? Так а нахера она нужна? Дух-то а больше. Дух-то может у него часов нет. Там да, пару единиц с КД, я не думаю, что зарешаю, так что все равно. Слава, как все готовы? Все готовы, давайте заходим за линию. И рогот, начинай. Хатай, тоже помогай в этими танках хилить. То, видишь, шаман ненадежный. Ретро-метка. На танке поворачивай, на рейд смещаемся. В звезду. Лужа в рейд, две лужи в рейд. Странно, что никто не умер. Хотэй метка. Хотэй. Там Олег частицу повесил. Да, просто в другую сторону бежал. Перебегайте. Танк, заходишь во тьму, как начинал первую фазу. Бейте босса. Ах ты, нормально успеваем так. Ретро метка. Ну, молодец, Ретро, молодец, красавец. Заходи, танк. Рейд обходим, как мы начинали, и с той стороны портала заходим на тьму. Чуть-чуть отверни от нас еще Халиона. Чуть-чуть. Еще чуть. Угу. Пойдет. Диспальтинел. Кажется, как зайти. Крауд метка, заходите. Кукувася, почему у тебя 20% маны? Сейчас я ему залью. Ближе к морде сейчас столб. Вой, твои четные звездопады на третьей фазе. Я не знаю, после двух инеров у него 60% маны. Экономь пока, Кукувась, тебе не хватит, Алдеран метка. 54% у босса. 53% падаем. Ну и что там? Хуйня неведомая здесь. Слушай, ну кто там с ними хилит, сколько у вас и кто два хила? Покажите от хил по танку, скорее всего вон не был. Там ДК бьет ударами смерти, там все дела. Это на переходке можно и не бить. Да, я на второй фазе не бью за ДК, я только на третьей. Во второй фазе стараюсь по агро оторваться.
Там опять от хила не было. Да хуй пойми, чего там не было, ну... Смотри, мне надо во тьму заходить, следить специально, а я не могу. В теории-то можешь, почему танка не должны убить. Но это надо, чтобы ты вышел сразу, конечно. Что не понял, это что, из-за меня упали, что ли? Нет. Из-за тебя чуть на первой фазе не упали. Ну вот конкретно, из-за меня упали? Ну конкретно я улетел. Ретри, не спорь, мне тот же, так же дали 500, так что ты еще легко отделалась. Мы тоже не упали, я просто шары не бил, и все. У меня создается впечатление, что хилы, которые сколько у Васи, они, ну, нихуя не помогают там хилить. Ну, мне такое впечатление. Посмотрим, получается. У Вася метку выносил в это время? Нет. Тогда тут дело не вырубится. Да не, не все хилят волной, как бы тут хер его знает. А ты должен больше хилить танк. У тебя восстановление на первом месте по танку. Может... Это хрень полная. Может, что я не просто нет? Так все время, не знаю. Я говорю, что ты должен больше танка хилить. Я ему и так как бы ход удаем, уложение, восстановление, жизненный цвет. У тебя восстановление на первом месте, то есть ну, ты лакаешь либо самоложение. Ну, если бы ты сейчас видел, как рейд просаживался, то я думаю, ты бы меня понял. Ну я был во тьме, нормально рейд, как обычно, просаживался. Ну линкните ХПС тогда, может приз не херит, не знаю. Ну приз ДЦ как бы тут. Приз ДЦ там хуй поймешь, блядь. Не знаю. Зипер, ты тут? Ты риснешься? Он вылетел, наверное. Вот, ну, мое мнение, вот эта проблема не одного, как у Васи, а всех трех хилов. Ну, три хила. Чего вы не можете вскать? Нет, так они хилят волнами, то есть не сказать, что они не хилят там, да, волной или что-то, просто не попадает там. Я про кстати, смотрю в ХТ, ты что, восстановлением хилишь? Восстановление на первом месте. Не, я когда чешку включаю, я сразу восстановлением щелкаю. Да, ну не может в таком случае восстановление быть на первом месте в аккаунте. Ну, у меня наложение будет... Ну, чешка 6 секунд работает. У тебя 211 восстановлений и 131 омоложение. Как так? Ну, знаешь, что он тебе сейчас соврал, хилит восстановление. Просто наебал тебя. Я восстановление кидаю, вырубаю чешку. Лучше хилим омоложение. Я его обновляю, у меня как бы символ есть. Я его обновляю сразу же. Ну, ты в курсе, что когда ты обновляешь чешку, достаточно одного раза восстановления лизнуть и дальше омоложение кидать? Я могу, да. Просто изначально я чешку просто не прижал. Я один раз прижал, но она все-таки не прижалась. Короче, потом... у тебя ДД есть? Ты, Войт, еще меня хилить будешь учить? Тема, ты на третьем месте по КД стоишь. Давай я сейчас во тьму пойду и никто там... Ладно, заткнитесь, короче, не в этом сейчас проблема. Сейчас заменим зипера тогда. Скиньте его пока, пусть выкидывает его. Он вроде не в рейде. Могу отойти на пару минут? Да сейчас вот поставим шкаф и с уманем рали. А ну все, тогда не пойду сейчас. Да не отходи, сейчас быстренько вайпимся, отойдешь потом. Все, можно пока потерпеть. Ну, у кого скады нету, скады еще посмотреть можно, кто там что нахилил. Всем привет. Ну, по рекаунту я вот смотрю, как бы вроде... Рискового поста мало. Хватаю вопрос. Да, есть, дай мне это, машинка. Ты только что объяснил, бля. Если так, два раз старшамана в рейде, какой там хата нужен? Ралли, ты единственный вар, кричишь на хп перед заходом в восьму для офф-танка, специально кричишь. Угу. Короче, что давно тебя не было. МП5 дали, Нео? Заходите за линию, все готовы. Начинай танк.
решение. Столб метка. Ты плохо переносишь. Ладно, перебежали. Смотри, там не сдохни. Ну не беги, не беги. Куда ты? Куда ты? Да-да-да, правильно. Вот туда. Отлично. Нужно минус два. Шаман. Падаем. Встать можете? О, все, падаем. Это хатай. Нет, это не я заспал, когда ты кто-то диспелил. Сейчас посмотрим. Габриэль, ты столб диспейлили, не знаю, кто из них. Ну, столб, наверное, с себя, правильно? Магоприз, да, значит. Магоприз. Напоминаю, первая фаза, первая, третья метка выносится ближе к хвосту, но не под хвост, а назад, но ближе к хвосту, чтобы удобно было под хвостом перебежать потом. Видимо, это надо уже показывать, начинать, когда еще не запустили Хариона. Надо диаграмму нарисовать. Чертеж, сука. Анка, плясай, Анка. С холипристом можно успеть под разгоном выбежать назад и вернуться. Без никаких эффектов ускорения скорости передвижения это сделать невозможно. Давайте, ребята, заслакайте еще вот магоприз, столб и кукуваси, я вас поменяю. Ладно, раз я сказал, ну шо падаем, и нарда не знать, что такое, ну шо. Ну, это вроде не РЛ сказал падаем, поэтому я не знаю. Я могу каждые 3 секунды повторять это слово. Ну, лучше было, да, там в этой ситуации лучше было бы упасть, потому что, ну, встали бы они, встали оба без манды. Да, всем, это легко, есть, заливается, мы... тотем ставится, им на ману дается бафа в конце, и все прекрасно захиливается. Она просто... Ну, в принципе, да. Это же не 2 ДД упало. Тем более БР не надо тратить, они сами встанут, и мы втроем захилим. Ну, на позапрошлом траве у столба не было. Вставалки. Но тут же он должен говорить, что он не встанет, дайте БР. Кукувася, ты тут? Ты в РК? Чё ты опять упал? Какой-то невнимательный. Рейтри, ты кулаки бафаешь? Ну да, естественно, кто еще? Чатики пишут вместо того, чтобы бафнуть. Бафнул, у меня нету бонуса. Нет кулака. Какого нет кулака? А, Ханти. Ваня, варенька. Ваня, Ваня, выключай дораму. Да я тут исходил за день. Валера, ты там никуда не отходи, сам понимаешь. В любой момент можешь пригодиться. Причем ты уже с КД. Начинай танк. Не знаю, зачем вообще спрашивать, можно офаться. Нам сейчас кикнуть ралли и добрать его, брат, бред. Не раздувайте из местного. Небеса в огне. Я тоже не понимаю, что он пишет. Бежали. Какой синамик? Yeah.
и бежали. Алдаран метка. Танк заходим. Рейд заходим. Куку, Васи 40% маны. Как? Хата и метка. Как ты так просаживаешь? Чем хили? Точно, когда вы распределили фридом на первой? Она просто сразу дала. Ралли, метка, заходите. Она не смотрит, когда давать. Я смотрю, прекрасно выбежал друид с фридомом. Он должен выбегать с фридомом. Плохо. Он с фридомом, но выбежал. Следующую метку справа, той, что позади на нас. Хопка. Мага-прист. Что за хуйня? 52%. 51. Бьем пока босс. Будет метка, выходим в свет. Перед посланником смертокрыла. Свету рост. Он летает метка. Перебежали. Хаса метка во тьме. Во тьме дали рост. Свет только трэш бьем. Растут. Ну танк. Давайте все мелких добиваем. Хопка метка. Перебежали. Бьем, не стопаем. На его метка. Не стопаем. Как перебежим, Алдаран, поднимешь хопку, Войд поднимешь Элайю. Какой сила метка. Прибежали. Заливайте столбу ману, у меня КД 40 секунд. Гимноману, ну какой син, гимноману пей. Ой. Диспейте с него. Диспейте, пожалуйста. Диспелю. Не успел захилить. Шуман. Элара, оставайся здесь бить. Перебежали. Антитайм, прожми раскол. Машека метка.
ладно, поднимаю Алдерана. Столб метка. Бэра больше нету, никто не умирает. Сам перебежали. Ну ты встанешь не скоро, Олег Хиль сам. Хопка, дашь гимн на ХП. Случить поиск. Бьем дальше свет. Ну, ладно. Ну, блин. На СС не было, да? Не было. Ну, я сколько стоял уже хилил. Там на удачу было, крышу бьет меня или нет. Че, падаем? Блять, надо было мне этого Алдерана поднять. Ну, Морка упал, там двойная лужа. Ладно, Элайра ГП, наверное. Че он так был? Было, двойная лужа, по-моему. Да. Договорились выносить в одну точку. Ладно. Кто еще падал? Вон там Алдеран. Алдеран, Ретри, кто еще? Толп там тоже метка забил. Ну, столб, да, там двойная лужа была. Конить от хитства. И с абсорбом, если есть. Столб, слышишь, ты малой волной исцеления или цепаком хиль под быстроной человека, который с меткой выходит под дебафа. Если я буду флешка хилить, танк может сдохнуть. Кукувасика, я не успел хинуть в него светом небес. Понял, я понял. Понимаешь, я ни малый никогда не кидаю. Либо обычный, либо никакой. Так когда человек ходит с дебафом, кидай в него цепак или что-нибудь, чтобы вешался на него баф. 10% понижение урона. Кто выбегает, я на него кидаю быстрину обязательно. Всегда. Шаман маленькой волной хилит. Это ему Олег советует, я не знаю зачем. Потому что ж этот хант умер, просто умер от доты. Там под быстриной можно большую волну кинуть. Метка убегает, кидаешь быстрину, диспелится метка и большая волна в него прилетает, все. Только долбоебы хилят маленькой волной. Согласен. Спасибо, Ваня. Да нет, не просто вот когда смотрю под хилу, ну, маленькая волна, это ну, просто... Смотри, допустим, выносит метку маг, у него пол ХП. Ты в него будешь волну кастовать? Ну да, у тебя же волна будет под проками. Теоретически быстрина КД. То есть ты будешь так... в него волну кастовать, да? Нет, ну ты же волну автоматически кастуешь, ты же хилишь. Волна, от волны же идет прок, как от быстрины. Блять, сказали же нету прока от волны. Только ДЛБ будет волной хилить без прока. Человека, который по дебафам 400. Нео Магоприст. Не знаю, вообще без маленькой волны. А но если нет прока от быстрины, то конечно кидать. Открою секрет. Цели, у которых мало ХП, нету смысла хилить волной. Ну такие как Маг, Прист, Лок. На меня в воду даже не забиндена малая волна. То есть смотрите. Ты кастуешь в полтора раза дольше, а хилишь столько же. То есть смысл. Нео, мага приз, вы тут?
возвращаю малую волну в хил-бот. Поговорили. Ну, очень редко ее используется она, но все да же бесполезно. Мага, прист, крест вместо кулака. Да, или крест, все, начинай там. Хатай метка. Перебежали. Хуже вреден. Трэш, до танка не дошел. Но она не понимает. Хатай, подними ретро. Кто не понимает, я Халеона била. Я трэш даже не била. Алдеран. С Витрем осторожно. Да, перебежали. Трэш, видишь, как бежит, он не напуленный еще. Тем более там так этот огонь шел, что... Да, уметка. Танк, заходи. Рейд, заходим. Рейд, там ХП. Маши, кормилка. Ралли метка. Заходите. Надо бы дождаться. Алдеран метка, 54% убылся. Бьем по кабусу. Алдеран метка, выходим в свет. Цвету рост. Перебежали. Алдеран, подними Багальфа. Уже в рейд. Пьем трэш, восьми дали рост, восьми рост. Алдеран, поднимай Багальфу. Все. Валим, не поднимай. Тьма упала. Да, да, я вижу. Заебись. Может, так, может я тьму потанчу? ТК, ты можешь потанчить свет как-то, не знаю, может меня не будет так сильно пробивать? Я сомневаюсь в том, что он затанчит свет. Чего свет сильнее пробивать? Меня ушли. Я видел, что ты метку выносил. Я тебя в конце искал, чтобы не поднимал уже. Давай многоприста, что ли, в ШП, а я похилю, наверное, нет. Тогда он точно не упадет. Но у него есть ШП.
Мага Приста ШП есть? ШП есть, но он говорит, играть им не умеет. Ну, а что там? Давайте тогда в 4. Что? Смотри, кто там хил выносил метку во тьме или нет? Ну что там упали опять? Нет, не выносил. Давай, Вой, Друс, пекайся, будем 4. Вой, не хилили 2,5 секунды, я ему... Дайте минуты на 3-4 в туалет, там может перекур сделать, то что уже не могу терпеть, уже полчаса чего. Где? Я ему за то время, пока села ХП, кинул семи жизнь, ой, жизнецвет, восстановление, потом по правительствам подхилил, и все равно шаман не кинул волну, и он сюда. Представляешь, надо рекан посмотреть, кому БП во тьме кидать. Может, это танк не прожался, или хил не хилил, я не знаю. Мага-прист, будешь во тьме дамажить, все лайера в свету. Целая четвертая пати, добиваешь больше после первых фазы. А что ты говоришь, в 4 хила, мы же в 3 так останемся. Ну да, да, в 3. Я сначала думал, что у него нет ШП. Диспел будет по диспелю лишь тьмой.